Всем привет! С вами Мальчик. Это игра Макаруса. Я вот в прошлый раз остановлюсь, пока мы снова пройдем. Побег от мальчика, да, я тут был. Вот тебе, селезняка такая. Использует так. Мимо изгороди. Потому что это вот так вот. Да, вот я говорю. Не раскисай, Марти. Не могут же они держать нас здесь вечно. Да, конечно, они не могут держать. Парень, гляди в оба. Там не он называется. Опа. Я все это уже постучи по столбам. А подожди, как бы. Ничего себе. Наверное, вот так вот можно. Нет, а как ее сюда перенести? Никак. Осторожно. О. И как его поступать? Посыду. О, чем было? А это у чувачка? А блин, то подожди. И как? Как его делать? Да блин, как утечь сюда? Чуть-чуть можно, только. Так вот. Нет! Я ее мимо бросал. Ну ничего страшного. Да блин. Да! Офигеть. Если на просуну, его надо учиться всегда. Надо учиться. 3, 2, 1, пас. Да ладно! Я его мимо бросал, а как? Подождите, а как? Как его учить? Да блин, да подожди! Да подожди! Дай мне учиться. Нет. Подожди. Да подожди ты, мышка! Не надо учиться. Да блин. Да вы, он не чается. Ни стрелки нет. Да блин, да успокойся, эта мышка. Удивительно, ничего не бросается. А как? Это не стрелка. Да, как это приятно? Это неприятно, это ужас. Подожди. Лучше беги! Ты не выйдешь из зоопарка, если тебя увидят охранники. Гляди в оба и будь на стрёме. Подожди. Будь на чеку, полосатый. Я не полосатый. Я... Ну, сможет с тобой... Помни, что сказал тукан. Тукан? И как мне учиться, а? Как мне учиться? Так? Да ладно! Как учиться? Так. Так вот. Да ладно, я же её бросаю, а не мимо. Я затею. Почему? Не надо было. А, он сам идёт. Ай! Все понял. Чем еще? Вот как. Иди. Ты просто иди. На тебе. Ничего себе, как я быстро взял свою. Так, стой тебе, что? А стой!
Ай. Он же его тоже кидает, да? Нет, его тоже нельзя кидать. А ладно. А где это крик? А, да. Туда потом вниз. Все. Потом, значит, вот. Вот. А, не, я зря взялся. Найдите. Сейчас его исправим. Деревни. Это на микрофону. Так, подожди. Какие у микрофона? А, он выключил. Ладно. Подожди. Кто дальше? Осторожно. Подожди. А он за ключ. О, черт. Понадобятся все твои мозги и чуть осмотрительности, если ты хочешь, чтобы миссия удалась. Так я тут был. Нет, я тут не был. Ладно. А, блин. Подожди, а где это ключ? Подождите. Подождите, а где это ключ? Мы сюда. А, я тут был. Да подожди. Да подожди, уйди отсюда, это быстро. Нам надо узнать, как. Да, блин, СД. А, все, вынос. А, прости, это не делать. Подождите. Отойдите. Может, это тут, который я теряюсь? И я. Так, я очень не. Ой, черт. Столь беспечное поведение не сулит ничего хорошего. Если хочешь сбежать, единственное выбор. А, по сказанию. Осторожность. А, вот. Все. Давай. Раз. Да ты. А почему он не ударит? А. Ой, простите. Эти охранники шутить не будут, парень. А, он здесь. Все. Обезьян. Мы в зоне обезьян. Должен тебе сказать, что здесь не слишком приятно пахнет. Иди за мной к трубе у лавки браконьера. А где эти? А как? А где эти? Подождите. Парень, иди в оба. Вот сюда, потом, вот сюда. Потом. Осторожно. Потом и... Осторожненько. И чё? Подожди, а как открыть? Поговори с обезьянами. Хорошо, я поговорю. Возьми ключ у уборщика у дальней стороны стены. Где уборщик? Тут он на стене. А-а-а! Здесь ворота было открыто. На тебе. Одного. А я так и ударил. Ты вдохновляешь всех нас, Марки. Теперь куда на ключ? Эй! Подожди! Я не тут куда еще. А, подписывай. Ну что, ребята, я скоро приду.
Что мы тут торчим? Что с тобой происходит? Все, пришел. Так, куда нам идти? Так. Спустимся. О, да. Как это приятно. А, это я тут здесь был. Подождите. Может, это тут? О, это тут обезьяна. Подождите, а где это выход? Подождите, а где это выход, который я говорил? Он говорил. Какой выход? Ты вдохновляешь всех нас, Марти. Я дыхание, конечно, дыхание. А, вот здесь. Будь на чеку, полосатый. Будь на чеку. О. Ну ладно. Я слышу топот. Говорил я тебе, будь на чеку, полосатый. В следующий раз будем умнее. Парень, гляди в оба. Куда это ты собрал? Не раскисай, Марти. Не могут же они держать нас здесь вечно. Вернись обратно в мир. Да подожди, Сэйви. Не уйдешь из зоопарка, если тебя увидят охранники. Вернись обратно. Да подождите. Все твои мозги и чуть осмотрительность, если хочешь, чтобы миссия удалась. И как? Смотрю. Как пройти? А как? Подождите. Осторожно. А как ударить? Столь беспечное поведение не сулит ничего хорошего. Если хочешь сбежать, подожди, а как? Стратегия — это осторожность. А как? Чёрт. А как? Не будут, парень. Старайся не высовываться. Подождите. А как он? Ну. Будь на чеку, полосатый. Вот тут. Ей! Я просол. А это ударить надо. Подожди, а как ударить? Конечно. О, я паузу кручу. Это я чай на паузу. Блин, какого? Че, не работает? Да ну нафиг. Ой. А этого тоже ударить. Что он тоже как-то не сойдет. Блин. А, пока-пока. А ну он не станет. Слышите это звук? Слушай сюда, старикан. Чтобы разобраться с охраной, тебе придется использовать все громкоговорители. Ударь. Как? На чеку, полосатый. Будь на чеку. А как? А как говорит? Как говорить? А как говорить? Ладно! Куда это ты собрался, козья борда? Говорил я тебе, будь на чеку, полосатый. В следующий раз будем умнее. Умнее. И как? Это... Ты что там? Я тебе сейчас доберу. Гляди в оба. Как же... Да вон! Подожди. Осторожно. Подожди.
вот так его обойти. Вот так вот у нас. Нет! А как? Сай, Марти. Не могут же они держать нас здесь вечно. Да успокойся ты, не. А как? О, еще есть трона. Подождите, а что он к нам идет? Поеди. О, можно пинать еще. Все, разбирался. Прибедеть. Да ладно. Парень, гляди в оба. Опа! Теперь он здесь стоит. Офигеть. Осторожно. Ты не выйдешь из зоопарка. Зон медведя. Да я тут делаю. Да успокойся ты. Идет. Лети на меня. Подожди, а как ее спросить? Медведь, а как спросить тебя? Ладно, просто так он спросит. На чеку, полосатый. На чеку. Куда это? И как? Понадобятся все твои мозги и чуть осмотрительности, если хочешь, чтобы миссия удалась. Да успокойся. Своими людьми. Иди в оба. Все, иду, можно сюда. Осторожно. Охрана. Вот это моя плечи. Ух, а это дуло. На. О. На чеку, полосатый. О! Вы встретились с другом. Как ты выбрался? Нельзя спускать с них глаз. Не хочу стать героем фильма о выживании сильнейших. Хот, лох, хот, зарпа. Вот тебе. Ай! Ой! Чё? Мы здесь не ударили? Чё? Офигеть! Сам это не видел. О да! Как это приятно! Сегодня у нас один хмб. Я могу больше проиграть, но я не... Да блин, я не умею играть, а как? Вот тут так можно. О да, как это приятно! А, это гол забил. Да блин, как он меня видит? Бег, мать. Что, сначала? Я думал. Нельзя спускать с них глаз. Не хочу стать героем фильма о выживании вот сильнее. Давай быстрее. Набраться, ёлки ты палки. О да, как это приятно. А как? А как?
Да блин, ну как? И как? Я сюда выпрыгнусь. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Осторов! Быстрее, быстрее! Быстрее! Да блин! А! Ёлки ты папки. Это чё, ща? Осторожненько, осторожненько. Да, да блин! Как он меня заметил? Ничего себе! Ой, елки-палки. Это я медведик спрашиваю, это очень сложно было. Думаю, что я мне сложно было. О, да! Как это приятно! У меня видео совсем. Ах! Да блин! Какое босое! Блин. Осторожно! Он опять погиб. Голосовинки нету. Я вот эти. Гоу! Рисей, о май гад! Блин, закрыто все. Что же в моих АБ? АБ. Осторожно! Что за... Давай быстрее нас! Да блин! Я слышу топот! Да блин! Телека тупая. А, хабля очень. Не. Что за... Да что за фигня? Ну и фигня. Бэ. И как мне это пройти? О, да. Как это приятно? Так. Как это приятно? Никаких приятных! Что за? Ощущение фигни! Сложно. Очень сложно. Сложно, очень сложно. Так, теперь дать мне коробки этих кидать. Ага! Блин, опять. Выход, запах, вход. Быстрее! Да блин, я не успел уже! Прости. Правда, как сложно. Я сбыто иду! Да! Один серюга. Очень сложно. Очень быстро сложно. Очень быстро. Да ладно, ход соуса фак. А блин, я не успею. И как? Я сам не умею как играть. Гол! Ах ты блин, я не могу челиться. Я как?
Как мне осталось 1 хб? Я лучше поиграть. Быстрее, быстрее. Так не тесно. Так не тесно. Я хотел забить. Это училочка. Давай быстрее. Да блин! Вернись обратно, зверюга! Так нечестно, ребята. Так нечестно. А это что так? Вот сложно, а? Как это пройти, научить? Подписчики. Если никто не учит, подписывайтесь на меня в комментарии. Ух, а я подумала. И как мне его пинать? Надо высоко. Ребята, научите меня! Я сам не умею как играть. Может это очень быстро, когда это беги меня учил как-то ползать, охрана тебя не заметит. Вот этим. Нет! Там. Нет! Подождите, он как меня учит. Все потом он учился как? Он как? Да блин! Как это пройти? А? Сейчас. Как пройти? Иди там, думай. Да что мы тут торчим? Что с тобой происходит? Это ты, подожди. Не надо телефон узнать. Ну сам выключи и разъезжай. Зачем ты здесь стоишь? Это салфетки. Я телефон включен. Мне так дело не крути, нифига. О да, как это приятно. Там ты приятный человек. Уи! А-а-а! Здесь была коровка! Была коровка здесь. Осторожно! Надо было коробку взять. Потом сюда и все на коробку. Блин, я хотел учиться. Какой молодец. Эй! Там ты! Он сам со мной бегал? Какой фигня. Вот тебе слизяка тупая. Вот сюда лежа. Что за... Что за... Осторожнее.
мне тоже в поясе надо. Но тут же надо стрелять. Надо выбраться. Тут. Что за? Что за фигня, говорит? Как? Ты понял. Запуск. Где старый? Нельзя спускать с них глаз. Не хочу стать героем фильма о выживании. Вот тебе. Потом надо победить этого хулигана. Ай, я детей допросил. А то куда? Нет. Я не могу бросить его. Что за? Что? Я не. Как это? Да блин. Спасибо. Гол! Вот тебе! Вот тебе в крови. И я! Опять. Что за? А что за фигня? Я сам это все пробовал. Опять в меня попадал. Я не умел, попросил слова. А на тебе. Должны попасть на центральный вокзал до того. Что? Мы же выбрались отсюда. Ёлки-голки. Я что, неправильно это сделал? Карту открой. Карту открой. Как Марки уедет в свое дикое место. Мы с тобой в школе крутили раму? Подожди, я же не попадал, конечно. Ладно, все подевались. Да блин, а как? Достаточно попасть в Бронкс, чтобы отдичать. Опа! Куда это все подевались? В городе эпидемия?
на центральный вокзал. До того, как Марк уедет в дикое место. Блин, а меня опять надо спешить, спешить, если я хочу выжить. Ай, он опять меня снял. Твои родители что, не учили тебя, как себя вести? Сюда пока. Думаю, мы на правильном пути. Куда это все подевались? В городе эпидемия? Я поняла отсюда. Я не туда пошла. Куда это все подевались? В городе эпидемия? Да. Эй, мистер! Серая кожа уже... А нет, я только я. Наконец-то! Нужна помощь! Шляпу той дамы. Или это был обожжу. Так, круто перейти направо. Эй! Город, который никогда не спит, проснись! Круто перейти направо. Город, который никогда не спит, проснись! Круто перейти направо! Твои родители что, не учили тебя, как себя вести? Нет, ну иди, сам ты вести. Просто так гуляющих дать нет! Прощайся в свою помойку. Что-нибудь разузнали? Я тоже ничего, но мы... Иди на центральный вокзал. Это же просто кино, мать сложная. Видите, как тоже было. Другие получают от меня на орехи, а не наоборот.
дерево. Надо как-то отвязаться от этих парней. Ну ладно, сейчас я вам покажу. Нажми прыжок, потом еще раз. Я вам сейчас устрою. Это ерунда. Всего лишь небольшая пробка. Большая пробка. Они только могут идти на сын. Достаточно проблем, чтобы заниматься еще и Привет. А эти улицы,
каждый день проходит миллион. Машины! Добрый! А где же сорти? Поехали! Так. По этим улицам каждый по этим день улицам, проходит да? миллион. Пошла! Ну и дела! Это не я! Это Сион! Алкоголь превосходит все мысли! Опа, он не может заездить на автобусы! Он по крышу только может! Как можно жить в этой помойке? Жить в этой помойке. Ничего себе, я умею летать. Машины. Я умею летать. Да блин, он не умеет летать снова. Ты что такое? Можно жить в этой помойке. Кошмар. Я совершенно не чувствителен к боли. О, ну и дела. Марти, это ты во всем виноват. А что, ты не можешь сюда идти? Машины! А ты что, не можешь сюда идти? А поюга! Машины! Кошмар! Машины! А вы не слышно? Да блин! О, ну и дела! Не умеешь там не тащить? О, он ужасно воняет. Да, ну и дела.
кошмар. Он совершенно не чувствителен к боли. Мэй! Там приедет. О, ну и дела. Мне телефон включи ты. Как мне его включить? Не знаю, не технику. По этим улицам каждый день проходят миллионы. Кошмар. Знаешь, ты можешь сэкономить много электроэнергии, просто сохраняя и выключая. О, ну и дела. Я говорю, да иди они туда. Кошмар, я совершенно не чувствителен к боли. Да блин. О, ну и дела. Совершенно не чувствителен к боку. Давай, ну-ка. Ну и дела. О, ну и дела. Оп. Давай. Я сам мимо прилетел. Марки, это ты во всем виноват. Я
Мартин не виноват. День рождения. Ну иди вас. Ужасно, мать, Марти, это ты во всем виноват. Кто виновата? Он ее затугается. Кто виновата? Кошмар. О, ну и дела. Машины. О, ну и дела. И как? Мы на этом тут. Кошмар. Я совершенно не чувствителен к воде. Хотим в автобус. О, ну и дела. О, ну и дела. Ты меня тут оказался? Это я тут был всегда. Еще удар, и со мной покончено. Сейчас я это говорю. Да ладно, он уехал без нас. О, ну и дела. Да, мама, он мне не делает! Он был на ней. Я же мать, я хочу заниматься. Кошмар, я совершенно не чувствую. И куда вот он? О, ну и дела. Марти, не спасибо, автобус. Виноват. Там... О, ладно, ну он не прыгает на автобуса. Давай. Эта боль превосходит все мысли в игре. Гор, машины! По этим улицам каждый день проходят миллионы. Кошмар! Марти, это ты? Бабушка. Я снова тут оказался. Спасибо. Нет, не там. Пожалуйста, автобус тебе. Никак не съездить. О. Ну и дела. Эта боль превосходит все мысленные границы. Да. Ужасно воняет. О, нет! Марти, это ты во всем виноват. Yeah.
не знаю, чем... А ты? Машины! Машины! Что вы? Это... О, ну и дела. О! Как можно жить? Машины! О, ну и дела. О, Марти, это ты во всем виноват. О, ну и дела. Это ты во всем виноват. Еще удар, и со мной покончено. Сейчас я это говорю на полном... Что это такое? Давай поймаем. О, ну и дела. Достаточно проблем, чтобы заниматься еще и... Как можно жить в этой помойке? Нет! Марти, это ты во всем виноват! Ты Марти,
Это ты во всем виноват. Мать, это твой друг. Машины. Машины. О, ну и дела. Ох, у меня уже достаточно проблем, чтобы заниматься еще и... Давайте! А как он будет лежать? Он так может! Ребят, очень тупая игра. Машины! Ладно, ребята. Хватит уже играть. Мы уже доиграли это.